Среди новостроек в 5-м микрорайоне Дашковой песочни спрятался уютный домик с ярким фасадом. Современная детская площадка и аккуратно заасфальтированные дорожки уже осваиваются маленькими хозяевами нового детского сада номер 27 в Васильевском переулке. Его строительство именно здесь было просто необходимо. Новый район продолжает разрастаться, и основной задачей на сегодняшний день является развитие его инфраструктуры. Строительство этого детского сада было осуществлено в рамках федерального проекта модернизации региональных систем дошкольного образования и велось по поручению губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Сегодня он лично посетил детский сад. Губернатор осмотрел современный бассейн, сенсорную и игровые комнаты, спортивный зал и остался всем доволен. Я редко бываю доволен чем-либо. Всегда стараюсь найти какие-то огрехи. Но в данном случае я очень доволен. Действительно, это современный детский сад. Это второй такой детский сад, который, в общем-то, отвечает всем требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Детский сад действительно оснащен всем необходимым. Колясочный и отапливаемый пол, спортивные музыкальные залы, интерактивные доски для занятий. На прилегающей территории установлены прогулочные веранды, игровое и спортивное оборудование. Всего же садик готов принять 240 детей. Олег Ковалев отметил, что сегодня наш регион находится в числе лидирующих по программе ликвидации очереди в детских садах. И на первый план выходит задача обеспечения баланса по привязке к месту жительства. Чтобы каждая мама могла вести ребенка в детское дошкольное учреждение по месту жительства, не возила его в общественном транспорте, значит, испытывая при этом свои неудобства и потом искать, ехать на работу. Ну, это по многим параметрам, заболеваемость выше и так далее. Значит. А вот задача – привязка к месту жительства. Значит, вот мы ее сейчас будем решать. Для этого будем заниматься и реконструкцией детских садов с увеличением мощности, значит, по месту жительства, там, где мы испытываем напряжение, локальные какие-то в каких-то микрорайонах, и новые строить там, где это необходимо, в частности, вот Братиславский комплекс. Олег Ковалев остался доволен не только современным оснащением детского сада, но и качеством дорог, которые к нему ведут. Родители смогут и подъехать к детскому саду на машине, и со всеми удобствами дойти до него пешком.